С Константином мы травить байки, вспоминать, как мы здесь с тобой в Петербурге, но по известным причинам этот финал перенесен в Париже, где всегда есть чем заняться и прекрасно провести время. Мбаппе, а потому что сегодня здесь главный коллега, и это тот самый случай, друзья, когда вы можете отложить, не помогут, по крайней мере, в ближайшие часы. Первый Кубок Чемпионов, тогда только возглавив Милан, и вот так вот сегодня вот эти две великие команды будут бороться за 20-е. Ливерпуле, да. Мы увидели автобус Барселоны с испанскими номерами, неопределенным количеством, потому что только что по стадиону объявили, что вытем, особенно финалом Лиги Чемпионов, выступает. К Реалу было на 20 минут больше времени ознакомиться с полем. Разные меры безопасности не предприняли, вообще ничего. Трех тренеров в мире вместе с участником сегодняшнего матча, который... И как бы не думая о том, что вот эти цветы... Потом участники этого перелета, что они смотрят в иллюминаторы. Обнимается тут богема, конечно, в Париже. И мы, видите, не только с квадрокоптера получаем. Должны быть готовы и, соответственно, заполнены. Андрей Лунин, запасной голкипер, принимает участие в сезоне, чтобы она выиграла все три. И вот никогда не устаешь от побед. Вот в чем их мотивация, на твой взгляд? Клуб. Ну и плюс Кросс, Модрич, Бензема могут в четвертый раз тренироваться, немножко размяться. Здесь надо отметить еще один важный момент, о котором и оба клуба провели успешные сезоны. Одни чемпионы. Нет, чем да. Потому что любая деталь, любой... Ну вот Ливерпуль прошел Вильяреал, а на следующий день... То есть спор, вот такое музыкальное сопровождение перед финалом. Хорошо, красиво. Мексиканские наряды, все замечательно. Константин, музыка была. На футболе и лицо Салаха тому, наверное. Хотя мы его щупали, трогали. И бригады, и последний раз французский. И на корточке присел Тьяго, чье участие... Сегодня к финалу Лиги Чемпионов подготовлен. Карим Бензема вернулся. Четвертый в паре с Канате, пятый номер. И Трент Альбиньо. Третий Хендерсон, 14-й номер, капитан. Куртуа в воротах под первым номером. Ферлан Менди, 23-й. Хендерсон в центральном круге. И Ливерпуль начнет. И начал уже. Этому матчу кто-то скажет, что в интенсивном графике Ливерпулю легче. По защите. И как раз Александр Арнольд подает штрафную прямо. Включился в этот матч. Длинная передача от Трента вперед на Садио. В центральной камере. И это Эдер Милитао. Пошел вперед. Сегодня очень. Но на поле воспитанник Барселоны. Передача не то. 3-1-4-1. Вот так выглядит расстановка. Затяжной перерыв между... Может быть огненным, как это было... Угловой. Да, зарабатывает Ливерпуль. И... Или все-таки Климан Тюрпен, да, показывает, что от ворот Мане не успел. Финал может быть огненным просто быстрее, чем Матип. И учитывая скорость Винисиус... Кантера возвращает Диасу, Робертсон. И вот его левая нога пошла. И вот он сейчас в своей тарелке против Канате. Индивидуально, конечно, мадридские футболисты очень хороши. О, хорош. Тренд. Хорош тренд. Прострел. И вот Салах. И потрясающая игра Тибо Куртуа. И не только Карим Бензема. Фланга пас на Мане в штрафную под удар с левой. Это Салах. Выдернул со своей позиции Эндрю Робертсон. И в эту... Атаки практически идут через Джордана Хендерсона. И вот хорошая ртутная атака у Ливерпуля. Сейчас Мане снова в штрафной. Мане удар и штанга. Это не штанга, это Куртуа. Если бы это была штанга вместо Куртуа, тогда был бы гол. Предъявил Алисону, стой в рамке и не мешай, когда двое борются. Ну смотри, сейчас очень важная минута. Ну, об этом сейчас. Три атака, ну, нет, Диас. Нет, там помощь к Тренту, если вдруг Винисиус. Арнольд получает мяч, Салах. Хендерсон заброс. Ну, там ситуация, больше огня, да. Чем на футбольном поле. Пока, но представляешь, все... люди купили билеты за немалые деньги, чтобы попасть на... Передачу прямо в ножку доставил мяч Тренту. Партнер 1-1. Винисиус мог убегать. Реал все-таки вот в этом свой шанс какой-то. Ну, это скорее, наверное, вот для неопытных команд. Но в любой момент игра может вскрыться. Сейчас здорово Канате нашел свободное пространство, пошел вперед и утратил. Но здесь есть рядом Бензема, Винисиус, штрафной Винисиус.
вратарю, предлагая Алисону Бекеру в длинную передачу сыграть. Но здесь же ответ, это Алисон Бекер в ногу, причем умудрился сделать передачу Луису Диосу. И Карвахаль в очередной момент они создали. Бензема, это не рука, а голова. И дальше Алькант. Кстати, мало кто помнит, что Фабиньо играл за мадридский Реал. Отборов 68 у него. Этих самых отборов Казимиру на пятом месте по этому показателю. Отбирают они здорово, но нужно созидать. Дача на ближнюю штангу. Здесь Бензема. И какой момент! Момент! Ну! Бензема! Ну где же остальные? Ой-ой-ой! Какая ошибка! Бензема! А вот где тебе, ты спрашивал? Где Бензема? Вот он, Бензема! Офсайд! 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 Откуда там офсайд? Ты аж в лицо мне плюнул, Георгий. Офсайд! Офсайд! Момент первой передачи диагональный. Сделай передачу и убежал бы Винисиус один на один. Тре. И с голом. Отличный, отличный матч. Наказать. Пока же 0-0 у нас во Франции. И скандал набирает обороты, потому что то, что происходит за пределами. Справа Дани Карвахаль. Второй. Подача. Опасно. Кристально чисто. Мяч отбирает Казимира против Трента. Позицию Трента. Трент на позицию Салаха. Салах справа ноги. Передача. Мане. И успел Милитау. Милитау успел. И открывается Тиаго Алькантара в центре штрафной площади. Тренд, передача. Куртуа взлетает. Дальше кнопка на Тен, но там Хендерсон помог. Реал теряет мяч на своей. Тренд, мяч под правой. Он с левой. Салах с левой. Удар. Еще удар. И встречу. Но сейчас пока еще есть силы. Есть время. Вальверде набирает. Карвахаль. Вальверде. 1-0 Реал! Вот такие парадоксы статистики. Действительно, по технико-тактическим действиям это для любителей их оценивать. Это вообще все ни о чем. Это просто так, для красоты. Игра продолжается. 1-0. Реал обыгрывает Ливерпуль, как и 4 года назад. Но тогда Ливерпулю удалось быстро отыграться. Салах, удар! Сложный мяч обрабатывает Салах. Против него Минди. Салах под сердцем мяча. Правая или левая нога, с левой закручивает Робертсон. Поднял руку, пока боковым зрением контролирует его. На штрафную площадь мадридского Реала. Мане, подача. Канате. Беги. Медленный. И беги, обыгрывай, обыгрывай. Канате. И скорости совсем другие. Длинная передача. Примет. Винисиус. Разобрались в передаче. Все, перед.